Ну, это не сильно важно. Так, Драгонайт превратился в Драгона. Подловили немножечко Бэтрайдера. Тролль начинает разгоняться. И пошел глобал. Смотрим внимательно за развитием событий. К Вопатам где-то с тылов ворвалась, но не сказал бы, что она слишком много работы сделала. Только Орка получилось запилить. Уже нажимает на выкуп Сэндкин. Джиггернаут ультимативную. А, не дотянулся до Кристаллика. Но дал.